В соответствии с распоряжением правительства Саратовской области о присоединении к территории муниципального образования город Саратов ряда населенных пунктов в настоящее время реализован комплекс организационных и практических мер, которые позволят эффективно и в полном объеме выполнить задачи по обеспечению безопасности граждан и защите их законных интересов, возложенных на органы полиции. Присоединенные территории с общей численностью населения более 7,5 тысяч человек с 1 января 2021 года обслуживаются отделом полиции номер 2 в составе управления МВД России по городу Саратову, в котором введены дополнительные должности специалистов различных служб и подразделений. В настоящее время в целях обеспечения правопорядка и безопасности на указанных территориях также решается вопрос об установке дополнительных систем видеонаблюдения.